Знаешь, что это за здание? Раньше здесь была пожарная часть. Я там еще даже в свое время технику безопасности и пожарной безопасности тоже проходил. До сих пор не могу расспросить я. Вот такое интересное здание, построенное в Советском Союзе. А вы у нас рождены уже в России? Да. О, скандинавский стиль начинает обретать капитальное строение.